куда? Да. Так, это добрый день. Так, где снимайте друг друга? Спасибо, пожалуйста, располагайтесь. Спасибо. Иван, сейчас прямо, да? Нет, сейчас. Давайте через 3 минуты. Борис Борисович, тут да. У вас видите компании местных? Да. А, просто решение на съемку. А, как вы к этому относитесь вообще? 5 вроде. Да. Есть. У нас, в общем-то, уже ажиотаж применительно к вашим концертам сложный. Довольно интенсивный. Я думаю, что у вас все получится очень хорошо. Итак, дорогие дамы и господа, в нашем городе 15 часов и 51 минута. Вот мы и делаем то, что вам обещали сегодня на протяжении, наверное, часов 8 и 9. Но если совершенно серьезно говорить, на протяжении, наверное, 2 недель в эфирной студии «Радио 7». Наверное, человек-легенда, легендарная личность. Этого человека зовут Борис Борисович Гребенщиков. Я думаю, что этим уже все сказано и больше ничего говорить не следует. Здравствуйте. Добрый день. Как долетели, прежде всего, такой вопрос? Долетели прекрасно. Прекрасно, да? Насколько я знаю, что самолет, по-моему, в Москву летел на 25 минут позже. Мы переживали, что будут проблемы с погодой, потому что у нас был ужасный снег. То есть вы долетели нормально, сели вовремя, да? Мы сели вовремя, долетели замечательно. Много о чем поговорили с летчиками. О чем? О состоянии гражданской авиации. Ну, какое состояние вообще гражданской авиации? Неплохое. Неплохое, да? Ну, хочется надеяться, что это действительно так. Скажите мне, пожалуйста, вы у нас уже бывали, да, в нашем городе? Да, клянусь, полтора года назад. Клянусь. Нет, значительно раньше. Вообще гастрольная жизнь как у вас проходит? Под какой эгидой? Какой-то интенсивности или, может быть, какие-то у вас затишья есть? Или как вообще у вас это? Нет, понимаете, дело в том, что мы цыгане. Вот есть у нас песни, мы ездим, мы играем, получаем вот это удовольствие. И нам еще даже за деньги платят. Что не перестает радовать и удивлять до сих пор. Группа «Аквариум» и Борис Гребенщиков. В чем отличие, чем это отличается концептуально или в ином плане? Не концептуально, просто «Аквариум» — это специальный подход к музыке, специальный подход вообще ко времени, к жизни, ко всему. Вам сказать или... А духовность абсолютно не хочу сказать ничего. Люди, которые отделяют духовное от материального, полный идиот. Так. Потому что нет жизни, нет одного без другого. Я вам записываю, нужно сосочку. Так, ручка есть. А там? Кристина. У нас можно выйти вот звездный автограф. Давайте вот подумаем сейчас. Вот в чем дело. Ну, как всегда. Радио Шаолинь, да? Не потеряли? Я плачу, если бы делал. Считаешь? Я надеюсь, но пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Вот здесь, да.